Так выглядела входная группа, такое было ограждение. Более 150 тонн мусора было с территории лагеря, там вывезено после разрушенных корпусов. Вот. И вот вместимость после этого как? Вместимость не пострадала, было? Потому что мы убрали в лагерь, например, там старую столовую, старую прачечную. То есть в целом лагерь не пострадал. У нас есть теплая отопленная. Вместимость была до капремонта, сколько сейчас? Раньше мы могли около 400 всего в лагере оздоравливать, сейчас 550. В смену. Да? В смену. В смену. Да. Построили две новые площадки, баскетбольную площадку сделали и площадку для воркаута. Площадку для воркаута, ну, позже еще оттендеримся, сделаем уже резиновой крошкой, ну, чтобы она была более мягкая, удобная. Раньше был один туалет на этаж, а сейчас у нас есть общее пользование и индивидуальный туалет в каждой комнате. Здорово. Вот мы под универсиаду в свое время заказывали эти кровати, они, в принципе, все разбираются, делаются одноярусные, если надо. То есть, когда большая загрузка, делаются двухъярусные. Нет, в пионерских лагерях всегда должно быть весело, шумно и немножко тесновато для того, чтобы чувствовать плечо друга. Поэтому это очень приличные условия для того, чтобы наши дети отдыхали. Пятизвездочный люкс по сравнению с теми условиями, в которых мы в палаточных лагерях отдыхали. Проектировали уже двухэтажное здание. То есть у нас первый этаж – это обеденный зал. На 400 посадочных мест, это по Санпину 400, ну, один квадрат. Это практически в одну смену будут кушать, да? Практически. Да, да. Вот. И полностью производственный цех, этот, ну, 200 с лишним квадратов. И у нас это полностью является столовой. Ну, с учетом того, что лагерь, дай бог, будет круглогодичный, нам нужно было место, где дети смогут тусить, выступать там и так далее. Мы запроектировали уже двухэтажную столовую с актовым залом на втором этаже. Он будет универсальный, то есть, ну, для любых мероприятий используется. Отлично. Вот. Вот раньше что здесь было. Разруха. То есть это была разруха, да, это было старое здание старого клуба, его полностью снесли, почистили всю территорию и уже... Владимир Александрович, министерство, благодарности от имени жителей, детей будущих, которые будут отдыхать. Шикарная площадка появилась для круглогодичного использования. В этом году у нас отдохнет свыше 28 тысяч детей, а сейчас появились достойные условия, теперь это наказание похоже. Если у нас базы отдыха, особенно детские базы отдыха, там были, радовались тому, что они у нас есть или остались, то сейчас мы можем говорить, что они похожи на Казань и достойны наших талантливых детей. Спасибо большое всем. Спасибо.